во-первых, включить запись. Во-вторых, фуллскрин. Так, работки. Прайс станцию Вервиглаз. Вернуть. Вот одна работка есть. Сделать темную, ужасающую кухню с не менее страшной едой. Суп из глаз. Торт из мозгов. Крысиные кебабы. Вот это можно сделать. Лампы в красный покрасить. Все. Поварим. Так, через сколько там старт? Через 9 минут? Что-то я рановато. Мог бы до костра дойти. Там деле нет. Так, из интересного. Это, конечно, не всем интересно, но... Я уже показывал, но это замержили наконец-то. Пушка. Крафт пушки. Требует 5 аномалий. Ядер аномалий. Что она делает? Она стреляет черными дырами. Крол замерзли. Так его все равно для админов, правда, что. Так-то в игре его нет. Сегодня с ней наигрался. Но, я так понимаю, она там на Терри ее делают-то. Миргородска. Прекрасно. Сейчас. Да, она стреляет черные дыры. Вот так вот. Она как бы за 4 экрана может стрелять, поэтому... Поэтому ей, возможно, можно пользоваться. Надо будет сделать на Торе. На Ютубе есть реклама, когда VPN включил, да? Силу уменьшили. И то хорошо. Нужно. Она взрывает. Теперь мало. Но главное, что гибнет. И так ты хотя бы не будешь себя ей убивать. Да, да, я знаю. И на все можно убить. Когда спидран шахтерки с черной дырой желанует. Вот что я на это должен ответить? Так, что у нас еще интересно замерзли? А, можно Емагнет теперь, игрушечный Емаг, и он при... Во-первых, у него убирается приписка, что он... что это игрушка, и при использовании взрывается. Дистрактабл стены нет. Посмета будет? А нужна? Если не маг, но тимак, а не скелец. И что происходит? Я научусь спидранить пушку. А что он спидранит? Просто делаешь 5 бомб. Мегафаун. Кстати, мегафаун уже сейчас умирает от сингулярности. Ха. А когда-нибудь пробовал? Но она удаляет вместе с этим, вместе с лутом. По идее. Награда остается. А почему не удаляется? Она же сингулярность. Битранинг комод дамы. Что-то битранерам хотят добавить ДМ-матч, по-моему. Будет забавно. Ну и Гасада вроде может туда прыгать.
реворк искр, чтобы они не поджигали все подряд. Удивительно, кто бы мог подумать, что это будет плохо. Но был коммент, ну, то есть, Ишуя, что все там сжигается. Тот, кто создал пиар, говорит, нет, так и должно быть. Ты можешь их просто потушить, если носишь фаерпруф перчатки. Выглядит так, что изначально пиар был ошибкой. И исправил. Слава богу, я не один, так думаю. Добавляет звук этим баллоном, когда включаешь, выключаешь. Ладно. Но кроме этого, она еще добавляет постоянный звук, когда ты дышишь маской. И ходишь так 2 часа, дышишь. Это просто кошмар был бы. Слава богу, со мной люди согласны, что это был бы кошмар. И вот и майнтейнер один сказал, что это... Давай не будем. Надеюсь, уберут. Наш РП, блин. А, теперь у абдукторов есть свой звук, когда ты ролишь абдукторов. Будет громкий. Хороший звук. А, добавили для дебаг картины спрайт для еретика. А, что изначально было с Ямагом? Пытались сделать так, что если не команда, ой, не Антак использует Ямаг, то он может взорваться. Как она различает, что ты Антак, непонятно. Антак чек, да. Новые спрайтики. Ну, будем честны, они... Можно? Ну вот, Гибер мне очень нравится. С анимацией еще. Но вот этот, который делает фрикадельки, выглядит странно. Он бы в бок, если показывал бы. Ну, эта трубка была бы в бок, было бы более понятно. Ну, что понятно. Ну, может из-за цвета. Что они все-таки серые были, да? Процессор мясорубка. Да, она в бок бы шла. Не, ну как бы тени-то показывают, но... Она просто слишком отличается от оригинала. Вот оригинал был. Не, подожди, вот оригинал был. А, ну и мне, кстати, нравится мясорубка, да, она ксенобио. Она же из слаймов делает, типа, именно ядра. Как раз под ядро. Хорошие спрайтики. Так... Jetpacker спрайт. Вот, это из, вот, из разряда улучшай, а не перерисовывай. Jetpacker тоже старые были. Нормальные спрайты. Смарткар, смотрю, вернулся. Опять станку. Кодр. Враг Валанг. Ну, по сути, да.
баллон на спину. Так, замержили. Теперь Бола энергетическая, которую Security замедляет тебя в два раза меньше. Так, чек, я могу Балл отказки или от кого? Нет, не отказки. Драгнет пушка, которая телепортировать может. Теперь она телепортирует на свой собственный маяк, а не на маяк телепортера. В принципе. Нербол за что? Ну то, что она не блокировалась там и тому подобное. Ну, так и включены, да? Куда, куда бы они делись? А что у нас тут, кстати? 30 человек. 2 минуты до старта. Что, мы делаем темную кухню? Здесь нету на коронере. Так, уборщика убрать можно. Давайте на минуту ставку запилю. Хотели сделать, да, наверное, на Терри будет веселее. Ее будет, хоть можно будет использовать где-нибудь. Что там на РНД реворк ноют? Не знаю. Нормальный реворк. Так. А чё, я закрыл, что ли, GitHub? Ну ладно. Ну ладно. Ставка не грузится. Рип. О, мало людей на ишке играть, как по мне. Чё, с метастанции? Welcome to the station crew. Enjoy your stay. Окей. Поплыли. Господи, я отвык уже от станции. Когда я последний раз играл в нее? В среду. Готов заменить всех глав. Кроме СЕ. А, я думаю, что не так, полы. Серьезно? У меня нету геморроя. Thank you for shopping with the Yoda. Чтобы его заменить. Так, значит, во-первых, иду на кухню, правильно? Скажем, сами приготовили и кофе. Стрелять на злого панпана? Он с пушкой, что ли? Блядь, злой панпан. Он... очень злой. Битбэй отнести. А вы прям воруете теперь эти все? Ботинки? Мои. Ой, показал мету. Кошельки. Окей. Стал бешеным по РП. Да, иногда панпан начинает бешеным, и еще реже он может с оружием начать. Иногда даже со стволом.
Так. С гипушкой. Нет, там. Определенный этот есть момент. Че у нас тут все в кровище? А, это за панпана? Блин, какая слишком ярко здесь все. Мы будем перекрашивать. У нас будет теневая. Dark RP кухня. Что мы можем делать? Нам нужны, значит, обезьянки, да, для этого. У нас ботаники есть? Ботаников нет. Нам по-хорошему тут бы поставить арбузики растить. Напиши в чате бак-бак-бак. Куриц с собой возьму на кухне. А могу его под руки взять? Не могу. Анимация хоть бы есть. Бвак-бвак. Бвак-бвак. Так. Пом-пом-пом-пом-пом. Сейчас культиватор. Ты знаешь, почему я не могу его... Почему я не могу его, как бы, грабнуть? Пол могу. Так. Тык. Нам потому что нужно будет много обезьянок, поэтому лучше самому их делать. Осветите химию. Так. Что, мне кажется, пора красить лампочки. Ричард Нелсон, атмосферный техник, прибывает на станцию. Пробуем. О, другое дело. Неплохо. Высокая кухня. На стул встань. Тогда она будет низкая. Ведь я выше. Но подкинь. Ну. Сложно. Два посетители пошли. Бар прекрасен. Уже? Смотрим рецептики. Смотрим рецептики, что нам нужно. Суп из глаз. Помидорки, суп-пот, вода. Так, а брейн кейк? Плейн кейк, брейн. Изи. Так, мы тогда заказываем вегетариан. Там же помидорки должны быть. Ну, каким мастером лампа, я знаю, чтобы мне хоть что-то глаза не вытекали. Одна помидорка. Пошли закажем.
10 кредитов за штуку. Нет, здесь Brain Cake лечит мозг, а не убивает, как на Парадайзе. Даже пить не нужно, удобно. Так, говоришь, покрасить это? Дай баллончику ждем. Вон. Я не уверен, что можно. Можно шапку покрасить. Ой, ой, ля, ля какой. Ну все, гузок. Ты меня достал. Так, plain cake делать, да? Пока что можно, пока у нас арбузы растут. Кейк баттер. Сахар. 3 яйца. 1 сахар. Ага. 3 яйца. 3 яйца. Так. Так, а что с ним делать? Его запекать или plain cake, да? Надеюсь. Все пусто. Уже яйца поздно, они уже в пироге. Заказом говорят заказные заказы. Ну можно еду взять. Был бы хоть какой-нибудь индикатор, что она приготовилась. Что, дрип-то классный. Черный дым. Мне кажется, она вот тогда уже переготовилась. В чате же пишет. Не, не пишет. А, вот, теперь вы чувствуете что-то. Да-да-да, и в самом деле пишет. Гипушку мне заказать. Некомпетентный повар. Я просто по чутью готовлю. А если нюхать не умеешь, что делать? Если на Парадайз, на химике играть, там научат нюхать. Тут будет до 2 часа готовиться. А вы ценитель реализма. Так, мне нужны обезьянки. Штуки есть. Пошли резать обезьян. Дайте мне нож. Ну, здрасте. Это кухня. А не проходной двор. Но пройти-то можно. Нет. 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 Говорят, не проходной двор. Пройти-то можно. Шоу ящера натоптал. Тут смотри, как грязно теперь. Удачи. Нужна дезинфекция. А ТТС умер?
Тес умер. Кто убил Тес, признавайтесь. Во-первых, козлу дать. Леща. Во-вторых... Сам поскользнулся. Поставил знак, поскользнулся сам уборщик. Ебать, я ее перекинул. С прогиба просто. А что, сердца еще подавать? Сырые. А? Так, сырое сердце. Еще бьется, можете покушать. А что ты будешь делать? Что, Борис? Что, Борис? Мы должны готовить. Мы должны готовить. Окей. Так, теперь суп великий. Ну, великий суп наварили. Так, две помидорки и что-то еще нужно. А, я первый день чисто не знаю, как выскочить станется устроено, говорит ГП. А, открыть. Так, свои эти уберет. Че еще нужно было в суп? С фронлайн. 30 было на старте. 34. А все? И готовить. Так, мне нужны тарелочки, да? Рыбочки. Ну, дон покеты. Кто не хочет нормальную еду есть. Ты будешь продавать проходку, онлайн вырастет на один. Да. Так, еще обезьянку. Я, наверное, одну проходку могу купить. Может, как-нибудь это... 300 своих баллов за проходку на прайме. Так, а что, обезьянку-то тут там нужно разделывать, да? Так, и глаза мне сюда дайте. Еще с печенью что-нибудь сделаем. Так, мозговитый пирог. Вкусняшка. Так, и глаза сюда. А тут нам, нас, кажется, все приготовилось. Или нет? Томатный суп. Мне бы очки, чтобы это понимать, что там готовится. Как печатать? И открой. И открой. И в итоге не туда напечатал. И открой. Ну а чё ИИ не послушают? А связь вообще ИИ? Вот вопрос. А, у нас нет ИИ. Чё-то не открывается.
Странно. Хэллоуин не по расписанию, мама Мия. Мама Мия. Так, еще одна чашка нужна, да? А где они были-то? Динервейр. Готово. Так. Здесь столько не едят, сколько я готовлю, мне кажется. В принципе, еще один этот из мозга расходится. Еще одну обезьянку сюда. Там будем смотреть, что еще страшное мы можем приготовить. Сейчас, кто знает, что страшное можем приготовить? Суп на одну миску, это третья уже была миска. Пицца насами? Да, страшно. Это будет страшно. Аппендикс пожарить. Не помещается уже, ты смотри. Глаза. Я, кажется, что припоминаю. Из Легиона. По-моему, что-то смешное готовится. Наших актеров попросить. Так, слушай, кровавые пятна почти не видно на таком костюмчике-то, а? А плинк хотел открыть, да? А что сюда вообще полез? Крафт. Просто органов положить, ну сердца. На блюдечке. Сердце на блюдечке сделано. Прекрасно. Че, в смысле не помещается? Ё-моё. О, давайте вообще их туда. Вот так вот. И свечки красные. Мощная память на антагон. Может, у стойки ГП подойти? Пошли, подойдем, скажем, что мы подошли. Вот. Подошел. Что хотели? Понял. Кушать на самом деле. Надо. Бы. Так, бегом на кухню. Я полсмены готовил. А вы не курьер. А! Особая кухня. Блин. Еще усы в красный покрасить, да? Бля, я баллончики не взял. Нас. Я думал, вы прям на руки даете. У нас, правда, очень специфичное кафе. Не для слабонервных. Вот так и пикай гибер. Вроде нашли способ... Да, это и так использовать на станции крюк-кошку. Уже рассказывали? Нет. Но крюк-кошку, да, с гравитиум. Будет это ли работать с... пушкой, крюком, не знаю. Работал с этим, с модом. Так, я хотеть. Ля, какая лимиточка.
красиво. Ой. Я сюда пошел. Не помню. А, рецепт посмотреть новый хотел. Мне бы реагенты видеть. А, это у нас бармен? Акварит. Акварит? Очки. Мне бы очки. Достаньте тела. Ты не видишь, что в кастрюле. А то не вижу, что в кастрюле. А. Вот эти. Вот эти. Мерсет. Мерси. Месри. Месри. За свечками шел? Точно, я тоже дам. Так. Лаюнская кухня. У нас инженеры сгорели. Ставт легион. О, ну это будет сложно. Стейки с Голиафа. Такое себе. Как вообще такую кухню найти, если ты не знаешь, что искать? Ну, мид-клоун еще был. Банана и стейк. Слушай, так можно сделать? Стейк есть. Ревер барбекю Гримдаркова? Ну, не знаю. Кто грибы растет? Кук. Банана. Нет банана? Ё-моё. Супчик в котле был? Какой? Что я пропустил? Издельная категория горы называется. А, по ТКБ здесь можно по категориям искать. Таким. Так, а фрукт бананом. 220 кредитов. Проклято. Нормальная кухня, он пирожочек этот мозговой для мозгов хорошо пригодится тут. Мясной пончик. Так, гора. А, тайп, вот по типу можно, да, искать. Токсичная, гроз, гора. Бургеры с аппендицита. Фигня. Брейнбургер, конечно, можно еще. Катбургер, корги. Ну, рад-кебаб тоже неплохо. Из мышей. Смотри. Из глаз можно сделать это. Паштет. Кебаб из хвоста ящера. Мясной пончик. Муж покушал провод в тихохушка. А что такое, чтобы выглядело неплохо? Это что такое? А, ну ящеры такое жрут, да? Сердца нужно будет брать. Ну, в принципе, можно.
Моль-бургер сделаем, моль в соседней комнате. Так, а можно взять именно сердце? Почему не могу? А, соль, перец, да. Соль, перец. Чё-то наша кухня не особо популярна. Я думаю, не хватает света. А, мне мультитул нужен, да? Пошли за мультитулом. Торт из мозга, говорит, безопасно ли кушать? Здрасте. Мне, пожалуйста. Универсальный инструмент. И это. И побыстрее. Берите. Так. Мультитул. Да, гигантская моль. А ковры можно? Моли голодают. Жареные ковры молям будем подавать. Зеленый, я что-то не смотрел. Господи, я наконец нашел кухню. Спасибо. Так, ты больше не ешь, мама мия. Мама мия. А то моль больше не кормить. А все, у меня закончились, да? И жилет, и упс. Бабочку. Броню лутает, ты смотри. Овергейм? Так, время для мясных клоунов. Халпиши. Так, а что еще хотел? А, активайте, сделайте настрой, да? Это такой конец. Реальный конец. Ты смотри, как все сметают, а? Тут серьезное заведение. Вот так, с подсветкой. Так, что, мясной клоун? А его нарезать можно? Моль ползет. Пала, ассистент, прибывает на станцию. А такое вижу уже страшно.
Так, с чего мы еще? Слушай, а тортик-то уминают? Мозговой. Так, смотрим дальше. Тип. Всякая токсичная. Странная компания. Командование. Приветствуем экипаж. По нашим данным, станция приближается к огромному метеоритному полю. Примерное время до контакта 1 час. Мы были разрешены поставки 7 антиметеоритных щитов, цель которых не позволит станции превратиться в решето. После прохождения поля станции, вероятно, превратится в обычный кусок металла, но все же необходимо предотвратить это. По окончании смены будет... Ага, понятно. Цель куда ли? На щиты. Да, почему, кстати, красная? Причем красное сообщение. Так, ну тут ничего страшного. Камень, буквально камень. То есть есть тип камень, но рецептов таких нет абсолютно. Сырое. Гроз. А, я хотел уже это сделать. И паштет с глаз. Мне нужна еще обезьянка. Цвет ушами распознал. Умею. Так, на нем нужно столько бананов. Одну шкурку, кстати, возьму. Можно еще это мясные место стулья крюки сделать, чтобы люди откисали. Где можно 6000 кредитов заработать? Есть идеи. Есть идеи, в дорм иди. Так, медспайк. Щитмейстер печатать мясную мебель. Кстати, да. У этих спросить. Изучать вроде надо было. Мясной пол можно будет делать. Кашаповар Сар, скажи, живые сердца лучше жарить или варить? Тушить. Так. Ну все, Гузок, ты меня достал. Можно одну обезьянку туда повесить. Так, легкое потерял. И печень. Глаза берем. Что там еще нужно было? Лук, соль, мозги. Нож в красный. Так, а где у нас соль, перец? Там кто-то в аркады играет. Что происходит вообще? В чем это слышу? Ой, в своей комнате в аркаду играет. Лук.
Убей японец, забанит. Она мешала. Паштет из глаз. Такс. Что еще сделаем? А, обезьянку хотел повесить. Да. Что-то я забыл. Саму обезьянку кинуть. Как, простите? А, понял, перетащить нужно. Агузок. Готово. Пираты, говорят. О-о-о. Фраш пущу. Фраш. Фарш. Фарш равиоли. Равиоли. Подскажи мне формули. Ведите их на кухню. Пан-пан. Пан-пан уже где-то... А, пан-пан там же, да, агрессивный у нас самый. Ща. В шкафчике сидит. В бар летит у нас каргопод. Оу. Это прям сюда сейчас прилетит. Вот зон. А у меня сюда доступ есть, наверное. Вот у меня сюда доступа нет, а у него через мою кухню есть доступ. Что за дела? Фотография пан-паном. Доставка. А там синдикатовский ящик с веселым. Давайте. Со змеями ящик. Ящик со змеями. Моль пусть веселится. Так, кто мне лампочки тут моет? Так, а что нам нужно эти? Читмейстер попросить, да? Варанда. СБшники гоняют щитами в зеленый коп, да? Да. Прикольно. Ученого КРНД. А, огнетушителем, по-моему. Агуски? А здесь РНД, что ли, не замерзли это? В смысле, здесь столы такие. Ну, давайте проникнем. Ломай стекло, оно открыто. Да, здесь не замерзли РНД, а почему? Изучу. Фулл-тайл стекло ломай. Прикол. Так, ну мясной пол он смешной. По нему шлепаешь, когда ходишь. Юнь.
Ну нет, Аранда. Фултайм стекло. Музыка громкая, наверное, да? Куда я ее еще тише? Что там по пиратам? Святые арбузики выросли. Нормально было? А что не помещается? Вон. Так, теперь делаем чудо-штуку. Значит, мессер только для мяса же используется, получается. Ну и сэдлога вся кухня в говне. Вот еще тише, не еще тише. Как там со змеями живется? Pizza Face в рецептах есть, по-моему, нет. Кто его снял? Убили всех змей, суп. Задушили. Тайлы мясные. Че, прям саму кухню или вокруг? Чтоб там шлепали. Не, давай тут. Про пан-пана помню, просто все не успеваю. Синекот. Мама мия. Интересный факт про новую пушку. Она убивает мегафауну, оставляет дроп с нее. Прикольно. Появились нежданные нелегальные гости в прикиды клоунских коллекционеров. Просьба убивать им зубы при первой же встрече. Я не думаю, что какие-то опасные пираты заролились. Че ты мелкий? Не воняй тут. Поваром спорить решил, а? Курить на кухне. Ух, сука. Реально ли отмыть? Не думаю. Страшный сон уборщика. Так. Где он еще? Не мясное.
По какой онлайн на сервере? 37. Нам нужен повар-вегетарианец на смену, чтобы балансировать с поваром мясоедом. Так. Повар-вегетарианец на смену, чтобы балансировать с поваром мясоедом. Я его сожру. Я его сожру. Нанимайте Диону. Сколько платят за стрим на этом сервере? Нисколько. Нет, ради ТС. Бананы у нас все, да? 120 рублей, 1000 за раунд, да-да-да. 220. Так, а что можем? Мы можем стулья мясные сделать, прекрасно. Да выкидывай. Жаль, сразу много нельзя закинуть. А если... А так, можно закинуть? Вот на три кладу. Две. Не зак... А, по одной тоже закидывает. Ладно. Нет, это четыре части. Долго. Что, чат увидел сообщение, когда больше, чем два слова. Это паста уже. Тем более, у нас здесь кухня. Секреты раскрывают, как гречку готовить. Так, стулья мясные. Жидкого, говорит, есть навернуть. Можно, конечно, мясные столы, мясные стены. Статую мясную можно сделать. Туалет. Еще, давайте мясную статую повара с ножом. А, что там происходит? Самый трудодобываемый предмет, который логично поместить в какой-то крафт, который можно получить экипажу без антагов. В смысле, которые уже можно получить. Там хотят сделать Singularity Молот за все 9 аномалий. Ну, добываемый. Черт его знает. Так сразу не скажу. Пол под плиткой замени. Из верхнего холодоса плитку пола забери. Правой плитой замени. А, господи. Мелочи это все, мелочь, понимаешь? Урановая. Так, нормально. Да, чат не успеваю чуть-чуть читать. Машинкой можно делать много чего листы. По-моему, только из мяса. Чисто ради этого есть. Варю. Поварю. Борис. Сиси. Ну ты, я буду. Сиси. А можешь ли сделать? Что? Слезы клоуна. Кто гузовок? Вся
Все, блядь, увидел красное, бегите, глупцы. Слезы клоуна. Так это к бармену же, нет? Так. Тирс. Он тирс. Нужен люб. Критик. Нужен люб. Для слез. Для слез. Архитектор потом правда сожгли в смерть. А это десерт. Начат ботаники. 30 юнитов. Может, нет. Стулья на десерт. Ешь. Ага. А он же возьмет и съест ящер. Пол под миксером зави... Да шо вы... Господи. Перфекционисты. Так, что еще можем сделать? Еще мясо. Серия играет в этом в названии стрима 220. Нельзя перегнать мясные? Нет, я мясо перегоняю в кубы мяса, из них делаю плитку. Так работает. Так, что-то у нас тут подъели так-то все, да? Мозги есть? Мозгов нет. Дальше бить обезьянок. Если я здесь их разделаю, они же... Мозги будут? Или только мясо? Наверное, только мясо будет. Да. Без мозгов. Не подходит. Не наш вариант. Только бить на гусков этих. В смысле ты не залазишь? А, у меня не шов, потому что у меня удар. У меня шова нет на кухне нормального. Отбивная сразу из целой обезьянки. Так, мясной тортик, да? Дождались. Тихокарго реально какие-то агенты. Тихокарго-агент. Несите их на мясо. Так. А, я статую же хотел. Статую сделать. Чисел. Чисел. Понял. Спасибо. Подожди, стоп, стоп. С ножом, с ножом. Нам нужен повар с ножом. Что такое, что на меня не действует? Карга, стрельба. Блин, а можно где-нибудь, наверное, в баре будет стрельба? Посмотрим хоть. Он оставляет за собой еще и шлейф мясной.
Чё, как? Вот так его? Так, что мы туда можем покласть? Языки? Сердце. Возьми сердце. Это Мянюк, ассистент, прибывает на станцию. Панпана-то утащили, его открыли. ГСБ умер. На мясо можно? На пепперони можно. На пепперони. ГСБ на пепперони пустим? А, доступа нет. Ну, уборщик убирается. И пусть убирается. Тактика в комбат юниформ джагбутсы. Ща. А чё, может его повесим снаружи? Пусть висит. Тактика комбат юниформ. Слушай, чё у него по броне? Я такой не видел. Пойдет? Так, и ботинки классные. Будем говорить, что он попросил салат в этой кафе, в этом кафе. Кто-то тоже делает минус проклятия. Было уже, фу, повтор. Даже за собой Тайла не убирает. Смотри. Ну, полетели. Вон рельс. Сел и поехал. Так, чё ты? А, я хотел починить костюмчик-то. Тряпками. Двери-то закрывать надо. А кто все тряпки порезал? Простите. Еретики. Еретики-то тут есть от 35 рейди. ЛРП плитка. Храм добавили. Говорит, ты не убежишь. Так, а, кстати, я по тихам хотел походить, найти крыс. Поготовить. Нет, чуть доступа есть. А, но чуть света у меня нет. Телефоном будем светить. Или эти. Каской. Инженерка звучит весело. Я туда, пожалуй, не буду идти. Зеленый радиоактивный соус мне не нужен. Доступа нет. А чё, ничего не... Нет крыс? О, одна есть. Лови малей. Значит, не хочу я на парадайзе играть сегодня. Все, доступ закончился. Одна лишь крыса найдена.
Ну да, в раунде маловато происходит. Будем честны. За час-то раунда. Сходи к коронеру. След раунд на ТГ? Это ж ТГ. Ой, а тут все взломано, ты смотри. Это что у нас вообще, Диона? Или Слаймамен? Человек. Человек. Че, пустим вот это вот попробуем на мясо. На кухне. Олег Дудоров, ассистент, прибывает на станцию. На кухне месиво. Так, а мне бы твои глаза на самом деле и мозг. И, возможно, другие органы. Они мертвы, и он начал дергаться. Я некромант. Ну и что, у тебя голова будет плющиться? Нет? Чего я голову не могу? Как мне глаза вырвать? Понятно, что голову не... Вот, теперь можно. Вкусняшка. Так, теперь прочие органы. О, как это долго. Я прижигаю, окей. Прижег рану. Кажется, не очень поможет. Вот, наконец-то. И теперь на мясо. Какое интересное мясо. А? Подавать охлажденным. Стейки, я думаю, такие же выйдут, как обычно. А, глаза. А мозг есть? А, мозга нет. Да. Кого-то эту штуку можем сделать. Ну ладно. Что происходит в чате? Сейчас сошел с ума после 220. Суп закончился, вот и глаза пригодятся. Господи, шеф сошел с ума, готовит сам для себя. На станке никого. А, это я смайл добавили? Окей, окей, понял. Я тоже. Жарить через стены, мама мия. Готовить. Тиму тоже в суп. Пока письмо. Будет не хватать. Представьте, это он так оставил. Карготех, а там внутри была граната.
что так насрано. Кстати, эти макаки на крюках. Соус пролили. Выглядят мило. Очень приятное заведение. Они спросили, а есть ли салат? Такое нельзя спрашивать. Люба, принеси 30 юнитов. Будут слезы. О, смос. Могу его съесть или могу сейчас распечатать? Могу распечатать. Мол, приготовилось прекрасно. Вкусняшка. Так, что у нас еще было? А, паштет. Ну ладно, пик с ним. О, болезнь, болезнь. Кто-то тут почихал. Пантолто Франге. Скальный Генетикс. Замкью фор йо потанаге. Хигадрит. Хигадрите. Я такие соусы не знаю. Я такие соусы не знаю. Да, да, обниму. Теперь это твоя проблема тоже. Алло, ТГ, закрываем, на праймик заходим. Или я его закрою? А-а-а, прям так все. Интересно. Проснись! Нас прям выгоняют отсюда. Ничего личного. Там анонсы были или как? Но мне позарез нужны деньги. Бориса укусить. Сисикам уба-оба. Сисикаул. Спасибо, их иду в таймер. Почти 220. Перестарался чуть-чуть. Заставлю вас платить налоги. Так, что они тут у нас варят? Моль сдулась. Моль сдулась. Так, кто-нибудь готовит? У нас там химик есть? Так, Браун. Да, он пока болезнь не убивает. Можно ходить. Че, пошли с Борисом гулять. Вот весело, если все в крови будет. Раз уборщик ушел в ССД. А он перестал пятна крови оставлять? Странные дела. Ну ладно. Что, всех мясных клоунов еще съели, да? Суп сгорел, нормально, супа, нормально. Так. А, мне стейки нужны. Просто мясо. А он дальше греется? Да сколько? Да, это походу максимум температура. То есть 2-0. О, достал. Чё, суп делаем, значит, из бананиума. Называется «Слёзы клоуна».
Бананиум. 30 юнитов этого, Люба. Раз, два, три. Один бананиум. Куда бежишь? Один банан. Включить. Не то взял. Великий суп наварили. А научи готовить. Бережь ты, птирани. Бережь. Ешь ты, птирани. Вот так. Ингредиенты на стол. И мастеришь. Попробуй. Помидорчик. Сюда подойди. И смотри, что сделать можешь. Но про крафта знает. Где он своего волца? Сложно. Ну, дальше я не знаю, как даже рассказать. А, снова клоун. Так, мы сделали суп из... Да-да-да. Слезы клоуна поданы. В приготовке этого супа пострадали все клоуны. Мясный клоун. Мясный клоун. Какой? Какой колбасы? Однако. Однако. Оно мутирует. Оно мутирует. Он подходит под нет. Из пола выросло. Убирайтесь на кухне, иначе у вас то же самое вырастет. А. О, гречку приготовил. Молодец. Молодец, вор с реплаки. Вор с реплаки. Так, чё, пошли с клоуном гулять. Мясным. Он тоже перестал оставлять мясной след. Ау. На нем, кстати, да, подскользнуться еще можно. Цель щиты. Добавили русский язык сюда? Окей. Повар, забирай. Еда. Перед мостиком аномалия строит дыры. Меняю на одного мясного клоуна. Это какой-то машин. Это мне. Мы эпит обкололи.
Оно двигается. Я обратно хотел вернуть. Ну ладно. Да, еда настолько не готова вас, то, что начала вукать и убежала в дормы. Аномалия. Как настоящая. Золотая аномалия. Красота. А шапку мою тоже это превратит? Эх, не работает так. А было бы классно, если бы так работало. Не работает так. Рунный металл на халяву. Шум все еще пол, господи. А до Мидвея его не хотят никто это дотащить. Он сопротивляется просто. У меня же умер хранилище. Попытка арестовать меня. Блядь. Кто-то деньги ворует. С каргом. Либо до кухни, либо до Мидбэя, да. Есть два пути. Почему мы это убираем? Жвачка. Чё это за булька он? Так, письма. Кто их так раскидал? Где мое письмо? Мим, уборщик, ботаник. У меня письма нет. Рип. Чего? Походу, Кику тоже беда. Создай ассистент. Фасворд с реплаки. Если моль зафритюрить целиком. А что? Полезай в мешок, обузок. Ну блин. Ну блин. Пойду мясо искать. Пойду Кептерани искать. Мне кажется, это наше видео где-то мясо. Сейчас мы целиком зажарим ассистента. Так. Смотрите. Зажаренный целиком. Ассистент как головорез. Окей. Усы переводят. Нельзя. Так. 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 Нельзя засунуть, чтобы зажарить. Ну, а масло? А масло, простите. Сейчас берем масло, нагреваем. Головорез. Жон головорез. 2000.
не жарится. Жаль. Жон-головорез не жарится. Ну пошли с своей собакой гулять. Собака не гуляет. Что-то она туда-сюда бегает постоянно. Проверьте счет, у меня нормально все с денежкой. Собака убила медбота. Она просто играется. Разгерма. Ужас какой. Но я как герой ей заделаю. Что-то я начинаю тут плавиться. Не знаю, как вы. Мне нужно что-то делать. А делать нечего. А, онлайн упал из-за прайма. Что прайм подняли пару. СБ в мед, ну пошли посмотрим. Что такое? Собака, хватит бегать. Всех ботов убивает. О, на это нужно посмотреть. Вульпу убивают. Что не так? У нас клоны. Так как клонов. В смысле она все еще бегает на стуле? Как тебе это удается? Как ей это удается? Какая-то резня тут дикая произошла. Офис мов плазму. Этого гибнуть. Клон был, значит. Какой ужас. Какой ужас. Кто убивает? Не. Вот там. Ощипывать долго в Орцерифлаке. Ну ладно. Ну ладно. А что если тут с вами упадет? Пошли повесим вульпу. И чё? Почему не вешается? Вешается. Meteors have been detected on collision course with the station. Ой, можно, конечно, продать зайти посмотреть, но что-то мне нет идеи про что там делать. А без идей туда заходить, кое-что. Картины тут работают? Да, работают. Короче. Я нашел свое призвание. Я буду целовать тебя. Отлично. Тебе. Ты теперь новый шеф. Опа. Ты теперь новый шеф кучинария. Шеф кучинария. Носи. Я целователь еды. Целователь еды, господи. Я не хочу эту еду есть. Тревога. Тревога слишком толстая для шкафчика. Скажем свое за и пошли, не знаю. Не знаю. Терлис флейвора хотел же делать. У меня сейчас это... Ой, сил нет для ролеплея.
Честно. Да и меня что-то Elden Ring как-то подкосил. Так. Че, зайдем на Prime, просто побегать, посмотреть, где у них это айдишка. А это не прям, ну, ты понял. Шлычные на коронере. Смешные гиммики делать. Нам уж смешное не дадут такое делать. Замерзаешь. Я в кофте. Да шо вы мне флэшбэнг тут в лицо кидаете? Прайм. О боже, женщина джампскейр. А что у нас тут? 8 минут раунда. Борис или Макари? Да ладно, давайте Борис. За главу охраны. Я вообще к такому не готов. Как и клоуни, в том числе. Психолог. Блин, я сейчас ролеплей, меня вообще не прет. Он забей, блядь, блин, тирлист. Ай. Шахтер. Не, пошли куда-нибудь еще. Пошли на Терри. И не париться. Ну, он смеет 30 онлайн. Можно было с таким же успехом продолжать на тесте играть. Сорок минут раунда на бершоте. Семьдесят два онлайн. Вот другое дело. Можно и поиграть. Лейджойн еретик. А, замерзли же штуку, что можно отказаться от вознесения и получить 5 поинт.
Так, Биршот, значит, да? Его типа обновляли. Что-то такое. Нацистология отдельно, да? А, по поводу еретиков. Вырезали, потом врезали обратно. Что у нас тут лежит? Monkey Gun кейс синдикатовский. Прекрасно. Что тут у нас холодно? У нас такое ощущение, что палка пролетела. Где моя это? Здесь? А, я не могу туда зайти. Прекрасно. О, замечательно. Да, палка пролетела. РНДМ. Пойти позвать шаттл? Так, еще. Как крафтится эта пушка? Что происходит? Как оно лагает? Откуда кит брать? Изучать, да? Просто так лагаешь. Не, сингулярность еще не добавили. А чё так лагает? Игра. Что за проклятие? Ой, бля, мне минус FPS хватало в этом, в Elden Ring. Тут еще. После вашего проклятия кэш чистить приходится. А вот почему лагает, оно все еще тут. Когда отксо? Не знаю. Нужно ли допроходить? Такс, ой. Все, отлагало? Прекрасно. Шли за поясом. Не отлагало. Вроде отлагало. Что у нас тут происходит? Готовка? Гриль? Тоже кухня, он говорит, ты не убежишь от кухни. Закрыто. Надо раунд стартом делать, все 5 коров заказывать, не заходить за РД, я думаю. Только если там 3 кора уже будет, можно что-нибудь попробовать будет. Сон? Не, ну, через этот
Просто он вот браузер, у них нет таких штук. Это у нас играет из Bullet Per Minute саундтрек. Что-то да, из меня Elden Ring, такое ощущение, будто прям душу вытянул. Восьмичасовыми стримами. Ну, в принципе, не в Elden Ring дело. В принципе, такое есть, когда долго стримишь подряд. Это все-таки... Не просто в игру играть. Так, а куда нам нужно? А, у меня вообще не было, будто у меня дырка тут в полу. Ну, подсажку сломала, да? Поздравляю, вы потеряли человечность. Рип. Так, чё? В первую очередь дрип. Броньку. Ага. Проходной двор. Через РДшную. Где здесь... А я могу мясоны тут напечатать? Я в мясонах бы здесь ходил. Резко потом выложу. Ну, наверное, после стрима, потому что завтра я не знаю, буду стримить или нет. Внутри ли. Говорит, занято, Дардем. Just blinded him, Lylot. Monk says, are you okay? Teak's flashy. I'm very bloody! And we need this guy. Понятно. Так. Что мне непонятно, где мне взять мясо? И здесь. А, так, где, в принципе... Райфл, ну-ка, здесь? Оно здесь изучается. Что лучше Вова или Бершот? Что то, что это? По мне. Тысяча поинтов просто вот изучай. А, все, она изучена. Очков нет. А ее печатать только у этих, что ли? Только в секьюрити? Она ОСБ. Бля. Ну, за Орда не проблема туда зайти. Печатать. Ну-ка, они починили. Можно перетаскивать иконки? Все еще нельзя перетаскивать. У нас есть роботехи. Нет. Взял не на диалог, давай колоть. What?
do not inject me with shit. It's awesome. Or you go back into recycling. Так, ну Борг просто молчаливо начинает это колоть. Блять. Я точнее за Мисонами шел. Сины в воздухе. Пан ругается, смотри. Капитан только что убил доктора. Прекрасно, прекрасно. Чё он пол тоже такой? Так он отсюда такой и есть. Випский, ты меня достал. Огузок. Так. Теперь найти, где здесь токсины, раз у нас появился свет. Токсины. Пиро, Dimensional. И все. Две только, два кора. Но этого мало. Мы не успеем, если будем заказывать. Все, Бипский, ты меня достал. Да. Чертовы боты. Знаете что, мне кажется, я слишком поплавлен, чтобы стримить. Так, завтра. Завтра я уезжаю за город. Возможно, вернусь отдохнувший. Если вернусь отдохнувший и не сильно пьяный, то я подрублю. Если нет, то посмотрим понедельник, вторник. Ну, понедельник я завтра не подрублю. Через день-то нужно подрубать. По поводу Элдена вообще не знаю. Нужно сейчас станку, мне кажется, восстановить режим, да? За город. Борг что-то подозревает. Так, давайте рейдик, что ли, сделаем. Единственный человек, который в станцию играет, кроме меня. Ага. Ладно, через. Увидимся на следующем стриме.